На Смоленской АЭС экскурсанты узнали о технологических процессах выработки электроэнергии, системах защиты, которые делают производство экологически чистым и безопасным для окружающей среды и населения. Все чисто, все организовано, все структурировано, все четко, все выглядит супер надежно, супер аккуратно. Предприятие убедило нас в том, что атомная электроэнергетика безопасна. Больше всего их поразила организация работы. Для меня, безусловно, интерес вызывал и сам процесс там, организации работы, как устроена сама атомная электростанция, что происходит, как происходит выработка энергии и так далее. То есть для меня это, школьная скамья осталась где-то далеко позади, и для меня очень много новой информации было с точки зрения физики, да, с точки зрения того, как происходит процесс выработки энергии. Увидеть это все, так скажем, своими глазами, это тоже огромное впечатление. Но всегда, очень часто для меня ключевыми остаются это люди, которые это делают, люди, которые здесь являются, так скажем, основным элементом движения, работы предприятия. Подробнее о процессе управления энергоблоками сотрудники Центробанка узнали на полномасштабном тренажере блочного счета управления в учебно-тренировочном подразделении.